вот мы находимся в отличном месте, а самое главное, в прекрасном заведении, этничный ресторан столицы. Я хочу вас познакомить с Леной. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. И мы к вам не просто так пришли, мы хотим действительно нашим харьковчанам и гостям города показать ваше красивое заведение воочию. Пойдемте. Проходите, пожалуйста. Да, вперед. Мы находимся в заведении, которое называется «Столица». Это ресторан, друзья, с большим количеством залов, и каждый для себя найдет то, что ему больше по душе. Я имею в виду зал. Лен, расскажите нам, какие здесь есть залы, в каких залах и что обычно проводится. У нас 5 залов. Первый зал – это Гетьманский, это центральный зал. Потом Казацкий Кош у нас есть, Подкова, Оружейный зал и Караоке. В каждом зале вы можете найти себе ту атмосферу, которую вы ищете. Скажи, Лена, а что это у нас за зал? Это зал центральный у нас, Гетьманский. Тут вы можете провести свадьбу в составе 120 человек, банкет, корпоратив. Я не перестаю любоваться залом. Действительно, здесь настолько все продумано до мелочей. Интересно, друзья. Действительно, по-слобожански, по-украински. В общем, здесь классно и красиво. Лена, какой мы зал с вами попали? Этот зал называется «Казацкий Кош». Тут вы можете проводить небольшие свадьбы, корпоративы, дни рождения. Все, что пожелаете. Отличная стилистика. Друзья, выбирайте зал по своему вкусу. Мы продвигаемся дальше и покажем вам все залы. Распрягайте. Это же другой зал. Этот зал называется «Оружейный». В этот тоже можете провести небольшую свадьбу в составе 15 человек, поиграть в игру «Мафия» очень хорошо, очень интересно, и проводить тоже дни рождения, и просто прийти с друзьями, посидеть и отдохнуть. Главное, что свое оружие бросить не надо. Это оружейная комната, все оружие ждет вас здесь. Караоке-зал, вы тут можете прийти отдохнуть, попеть, потанцевать, расслабиться, просто провести отличное время. Еще зал у нас есть «Подкова». Чем он очень интересен, то что там стол в форме подковы. Туда помещается небольшая компания, можете прийти там посмотреть различные спортивные матчи. Кроме того, что здесь красиво, здесь также еще вкусно кормят. Очень вкусно. У нас 4 вида кухни. Это украинская, соответственно, европейская, кавказская и японская кухня. Отлично. Все очень вкусно. Приходите к нам, и вы попробуете. Лен, я знаю, у вас есть огромный зал, где порядка 250 посадочных мест. Да, у нас действительно есть такой большой банкетный светлый зал. Туда вместительность 250 человек. Этот зал находится у нас на 2-м этаже. Там вы можете сыграть и свою свадьбу, и корпоратив, и день рождения. И будем проводить там еще Новый год. То есть у нас будет Новый год в 2 этажа. И на Новый год приходите обязательно, вы не пожалеете. У нас запланирована очень яркая и веселая программа. Вы просто попадете в сказку. Ты моя Маруся, запросили в хату, кажут... Лен, большое спасибо, действительно, мне ваша экскурсия понравилась, потому что здесь действительно как в музее. Уважаемые гости, приходите к нам, отмечайте корпоративы, Новый год празднуйте. Все будет как в сказке, вы не пожалеете. Всегда рады видеть вас, ваш ресторан столицы. Дивлюся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся? Марусю, де ти? Де ж ти моя Маруся?